Привет. Мы тут с котом, еще одним котом. Встречаем Новый год. Чао. Ну, примерно так. В Сербии Новый год не отмечают. Точнее, отмечают как дань традиции современной. Просто мода. А, да, ушел. Подружка пришла, он ушел. Так. Значит, Новый год не отмечают, как в России. Вообще, у меня такое ощущение, что так Новый год отмечают только в России, больше нигде. Обычное совершенно утро. Ну, конечно, 1 января ничего не работает, все отдыхают, но со 2 числа начинается самая обычная жизнь. Никаких, не знаю, застолий ночных. Входят в клубы. Идут в клубы. В клубах тусят, это правда. Фейерверки могут запускать. Стреляют. Это да, но быстро и буквально там, может, 10-15 минут и все. И чисто для себя. Просто отметить. Потом. Что еще? Все это мода. Мода, потому что продают всякие подарки, украшения. Но такого прям пафоса, что это надо, что это раз в году, что это такой важный день. Здесь вообще такого нет. Вообще. Даже близко. Просто повод потусить. Для них это то же самое, что 1 сентября, например. Абсолютно та же самая история. Поэтому мне нравится такое спокойное отношение. Для молодежи, да, кстати, это для молодежи. Старшее поколение еще более прохладно к этому относится. Почему? Потому что через 3 дня бадник. Вот это действительно событие. Вот это будет вообще. Значит, у каждой церкви собираются огромные кострища из дубовых веток. Каждый приходит со своими ветками или в храме берет. Его, значит, сжигают эти костры. Потом 7-е. Божич. И Рождество. И все. Старый Новый год тоже есть, но его тоже как бы условно поздравляют так же, как с первым. Примерно такая же равноценная ситуация. Поэтому только в России. Обязательно салат, обязательно бегают русские по магазинам, ищут горошек и майонез, чтобы сделать салат. Кричатся, обсуждают все на весь супермаркет. А здесь нет. Здесь не нравится, что как бы, ну, кто хочет, что-то делает, кто не хочет, тот не делает. Просто вот год начался, и прекрасно, и отлично. И живем дальше. Вот.